Друзья мои, всем приветики, всех приветствую. Девочки, я собралась на почту сходить, решила включиться, показать вам градусы. Сколько у нас сегодня градусов? У нас на улице мороз. Я оделась потеплее, пока ребятишки играют. Я говорю, быстренько, что-то у нас машина стоит. Муженек у меня, видать, сегодня ушел пешком. Зима. Холода. Вчера так печку натапливали, тепло было. Сегодня надо будет топить. Я вчера, девочки, вечером занималась приборкой, уборкой. Искала документы разные. На котел, на газовую плиту, девчонки. На газовую плиту так и не нашла. На котел нашла, слава богу, много чего понаходила. Так что стирки перестирывала. Ой, что-то шапку старую одела. Старенькую шапочку одела. Сбегаю на почту. У меня пришла посылка, но распаковка будет, девочки, тогда, когда напишут от Тикитекса. Морозненько. Снежок у нас. Ну, зима, девочки, пришла зима. Я шагаю. Шагаю, девчонки. Что-то решила по-скорому. Хорошо зимой валенки. Раз и одел. Зашагнул и пошел. Красота. Так что сейчас сбегаю. У нас утро. Мы уже позавтракали. Ребятишек накормила. И как раз пришла смс-ка. Я говорю, пока они завлеклись, играют. Марина дома. В общем, я это сбегаю. Человек на колонку идет за водой. На колоночку водицы набрать. 2289 вместе. Угу. Что, вам мелочь надо? Ну, есть, можно. Ура, девочки, кричу прям ура. Чем я занимаюсь, девчонки? Пришла на почту, и мне пришла, девочки, бумага. Письмо пришло, в общем, мне на бесплатное подключение. Отказ. В общем, давай я везде звонить по всем номерам. Дозвонилась. В общем, мне сказали... Что мне сказали, девочки? Ой, в общем, договор мой, оказывается, уже и действует. Изначально первый самый... Проблем, говорит, мы не видим, несите все документы. В общем, здесь мне уже потом позвонили позже с нашего горгаза. Я вчера весь вечер, девчонки, искала документы. Весь вечер. У меня все прибрано везде. Все везде прибрано, девочки. Что только я не нашла. И вот сейчас я нашла. Ура, ура. Я уже сейчас стою и думаю, не взять ли мне в кредит новую плиту. Ну, потому что плита у меня новая, девчонки. Я в прошлом году покупала. И получается... Надо все документы, и сегодня прям срочно надо мне сдать, чтобы на следующей неделе мне вот женщина, в общем, с Кургана или с Шадринска, не знаю, девочки, куда я звонила, в общем, мне сказали, проблем не видим, на следующей неделе мы вас подключим, будем подключать. Я говорю, ой, слава богу. В общем, все документы мне надо собрать, я хочу посмотреть, какой у нас год, когда я купила эту плиту, Гефест, когда я купила тебя. В прошлом году, мне кажется, или в позапрошлом мы покупали ее. Ну, в общем, ладно, документ я нашла, девочки. Вчера вот тут тоже убирала, собирала все, искала документы, туда унесла. Так, это наготовила вчера, девчонки. Тут у меня крема разные, сроки посмотрела, я говорю, надо пользоваться, в общем, этим, кто они называются, альбомчики. Вот эти вот два альбомчика решила туда унести, в общем... Вечер мой прошел в поисках, в разборах. Альбомчики, девчонки, смотрела вчера. Такой у нас тут Виталька маленький еще. Виталя наш малюсенький. Такой с папкой тут на руках. Так, это все у нас Виталя. Все Виталя такой. Вообще прям. А тут, девочки, я вам сейчас покажу. Это первое наше хозяйство. Вот это я тут. С нашей маленькой тёлочкой. Это мы только жить начинали. Так, тут у нас папка с ребятишками, Марина, с Виталий.
Да. С Мариной тут силой меряются. Так что, девочки, сейчас, в общем, сейчас, что я делаю? Я сейчас собираю все бумаги. Ой, собираю, девочки, и отправляюсь. В общем, не знаю, как отправиться. У меня Марина сегодня дома, в общем, осталась. Ой, тут мы с мужем в ромашках. Ромашковое поле. Тут у нас сынулька, Данюлька. Такой еще маленький. Как дети быстро растут. Тут у нас семья. Толя к нам приезжал, девчонки. Это, не знаю, ну тоже Даня еще вот небольшой. Здесь 11 лет. Ну вот ему, наверное, лет 11 здесь и есть. Получается. Ой. Тут мы урожаи собирали, тут мы с бабушкой гуляли. Здесь Женя щук наловил, угощал нас щуками. Обожаю, девочки, котлеты из щук. Тут я селедку готовила. Ой, так смотришь, прям тут в школу собираемся 1 сентября. Здесь я приехала в перинатальный центр, беременная Матвейкой. Здесь мы в Челябинск ездили. Толика провожали вроде бы здесь вот всей семьей. Тут Костя, Виталя. Виталя, мы с мужем, Марина наша. Даня там у нас маленький. Вот такие вот. В общем, блин, девчонки, так бы смотрела и смотрела прям. Муженек у меня тут. Где это муженек-то? Что-то пропустила. Ой, вот. Фотография в Чечне. Что-то она тут затесалась. А тут мы на лыжах с мужем. Здесь мы с бабушкой сидим. На елку ходили, ездили. Ну, не ходили, ездили. Муж на машине возил, конечно, потому что она не смогла бы дойти. Так, где-то новогодняя у нас. Новогодняя. Тут вот бабушка, Данечка, Марина. Матвейка совсем малюсенький. Да. Так, ладно, девочки, что-то я заувлекалась фотографиями. Что-то прям мне так хочется посмотреть. Надо унести. Тут оборвали немножко что-то. Эти альбомы не очень такие хорошие. Ой, вчера грамоту, девочки, нашла свою. Глава города Катайска, почетная грамота. Так, награждает социального работника ГБУ комплексный центр социального обслуживания населения Киселеву Ольгу Викторовну за многолетний добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения в связи с Днем социального работника. И это, девочки, было в 2016 году. Да, я помню. Немногим, конечно, грамоты давали. Вот. Ну, я, в общем, тоже получила грамоту. Такая грамота. У Виталия где-то тоже грамоты лежат, надо, говорю, прибрать. В общем, я сюда прибрала, хотела все унести. Сейчас надо все это прихватить, наверное. У меня стирки тут стираются, я забросила стирочки. Ой, так что буду отправляться, пойду понесу документы в горгаз, девчонки, буду ждать газ. То я уже дров собиралась покупать, я говорю, надо покупать дров. Мы вчера так натопили, девочки, у меня вчера такие планы здесь были. Я думаю, ну тепло, мне шторы хочется вот эти поменять, повесить шторы новогодние. Хотела поменять скатерку, в общем, потому что скатерка тоже такая, не это. Ну, в общем, сегодня мне не до этого оказалось. Так, это надо с собой забрать, это тоже я сейчас заберу и отправляюсь. Вызвала такси и стою, жду. Все документы, в общем, меня ксерокопировали. Девчонки в понедельник приедут. В общем, посмотрят. Потом надо будет составить какой-то договор снова. И, в общем, уже скоро-скоро у меня будет газ. Красота, девчонки. Морозненько у нас. Морозненько, морозненько. Зима, красота. Так что... Я уж планировала, говорю, на дров покупать, наверное, когда мне газ этот подключат. Ой, девочки, у нас снегири прилетели. Я не знаю, видно, нет. На рябинке сидит снегирек. Ой, какой красивый ты снегиречек. Первый раз я нынче вижу. Видно, не видно. Так, вдалеке рябинку кушает. Ну что, 9 минут сказали такси ждать.
Ну ладно, подождем. Муж сегодня на работе в день. Так что одни справляемся. Домой, девочки, приехала. Поставила воду. У меня вода закипает. Хочу сварить вот такие макароны по-скоренькому. Доставала фарш. Давненько достала. И он что-то у меня все еще не оттаивает. Мясо достала. Ну, на отбивные. Так как мясо не нашла. В общем, у морозилки тут сверху были. Я говорю, то ли отбивные приготовлю, то ли, в общем, просто порежу его. Не знаю, пока еще не придумала. Вода закипела. Сейчас надо макарошки сварить. Неплохие макароны, девочки. Потому в прошлый раз тоже пачку брали 900 грамм в Светофоре, 80 рублей. Ничего, так можно их варить. Так что... Ай-яй-яй, ребятишек, кормлю, готовим. Матвей, не мешайся. Так, все, девочки, готовлю, в общем. Наварила макарон, девочки. Целый друшлаг, в общем. Ну что, пока у меня мясо тут оттаивает, фарш оттаивает. У меня там стирка в том доме отстиралась, а мне надо сходить развесить. Так что идем в дом 2. Сенца надо накрепить козочкам. Сенца, водички дать. Хлопок какой хороший. Ну ладно, теперь немного дать. Хватит. Рисунки, девочки. Красота такая прям тут на дверях. Морозом. Ой, снег неудобно одной рукой. Вчера муж окошко у них утеплял. Да, мои хорошие красотки, у вас теплынь. Давайте пойдемте, сено свежее отдам. Ну-ну-ну, проходим. Ох, тут немножко есть он у них в кормушке сена. Ну еще надо, говорю, дать. Водички принести свеженькой. Ну, жуем сенцо. Свежее сенцо, да? Вытащить эту штуку-то. Ох, как вкусно. Ох, как вкусно. Дайте нажевайте. Заколотила кошка тут. Сеном заделал. Ну вот, тепло и хорошо, и свежее сено пришло. Сено такое прям ароматное вообще. Сейчас стирочку развешаю, пока ребятишки завлеклись, играют. Ну вот, я говорю, надо сюда прийти сделать дела. Так, попутно дровишек набрала, печку надо растопить. Вчера натопили, теплень стояла. Ну, тепленько еще дома, конечно. Тепленько. Белье высохло, надо собирать. Две сушилки. Белье развесить. И еще стирку закинуть. Что-то железного сывка не наблюдаю. А то муж на работе пока... Приедет сегодня уставший. Так что надо сделать дела. Лишка. Ладно. Хлам. Думала, уже дров надо будет покупать. Ничего не будем покупать, потому что хламья полно. Достаточно еще хламья на растопку. Нормально. Белье собрать. Так, ну что, горит вроде, печка у меня растопилась. Сейчас надо подождать маленько. Ну, пока дела делаю, как раз у меня это,
разгорится, подбросить. И обратно туда идти, тот дом. Кто-то писал, девочки, тогда на комментарий какой-то был. А чё вы типа не ждете, когда печка протопится? У нас тут вот 5 минут, как говорится, ходьбы. Ходим, подбрасываем. Если Даня здесь, то он, конечно, подбрасывает сам. Вот, ну, вроде горит. Господи, стирка отстиралась. Сейчас надо это собрать, стирку развесить. Стирочку развесить. Натопится, будет теплынь. Вчера хорошо натапливали. Даня говорит, мама, до жары натопить надо. Я говорю, не натапливай сильно-то до жары, прям уж совсем. Чё уж. Так что вот так вот. Вот так вот, девочки, живем пока. Хламья хватает. Хламьё хоть сгорит и стопим. Так что, такие у меня тут дела в доме. Два. Так, ну, вроде все высохло. Фу. А газ, девчонки, будет вообще красота. Не надо бегать, ту печку топить. Надо будет разобраться еще с камерами. Камеры хочу поставить. Чтобы наблюдение было. Наблюдение, девочки, чтобы было. Потому что как дом без присмотра оставлять? Чтобы наблюдать в поездке. В поездку, девочки, поедем. И надо, чтобы дом был под наблюдением. У нас два дома. А останется бабушка здесь, в этом доме. В общем, так что... А хотелось бы, чтобы обзор был везде. Так что буду ставить камеры. Так. Даня мне вчера говорит, мама, газ сделают, печку будем разбирать. Я говорю, нет, сына, мы печку разбирать не будем. Пусть она стоит. Надо будет ее, конечно, подделывать. Она у нас какая-то нарушничная печка-то. Ну, ничего. Греет хорошо, топится замечательно. Слава богу. Так, сейчас вот эту стирку развесить. Там у меня стирка заброшена. Вот. Стала, девчонки, шторы новогодние. Сейчас эти шторы хочу снять. Шторы надо поменять. Так. Шторы с котерку. Надо будет плед постирать, тут убрать. В общем, освежаться надо. Освежаться. В понедельник придут, посмотрят, подпишут. Так. И все у нас будет замечательно. Замечательно, девочки. Какая красота здесь. Мне так нравится в этом доме. Но с детьми, с маленькими. Никак здесь, пока нет газа. Сейчас надо скрепки поснимать. Не люблю я снимать скрепки, я обычно всегда снимаю и со скрепками стираю. Но у меня на тех шторах нету скрепок больше таких. Так что сейчас я вот это вот все сделаю. Сделаю. Так, пора подкинуть, наверное. Ах, пора подбросить полежки. Красота, девочки, когда березовые дровишки, конечно же, что-нибудь в печурке приготовить. Раньше готовили. Поставишь казан с какой-нибудь кашей, которая плохо разваривается. Ну, перловка, например, горох. Утром достаешь. Красота! Все готово, все замечательно. Вкуснятина, мы с Виталием когда-то тут шашлычки делали. Обалденные, девочки, получаются. Прям как на улице, можно сказать. Так, ладно, пусть топится. Ну вот, девочки, повесила новогодние вот такие шторочки. Скатерку постелила. Поменяла пледик. В общем,
Сразу по-другому смотрится. Конечно, хочется и обои новые, и тюль повесить. В общем, хотелось бы. За окном уже темнота, девчонки. Поставила оленя такого. Сейчас хочу попробовать его включить в розетку. Гирлянду хотела еще повесить. Ну ладно. Так что тут у нас сахарница новогодняя. Уже хочется к Новому году, девочки, готовиться. Какую-то посудку прикупить. Эту вот в фикс-прайсе покупала в прошлом году. Еще было блюдо. Ну, блюдо разбили. В общем, упала и разбилась. Так что, девчонки, вот так вот. Такое у меня настроение сегодня. Стирка у меня стирается. Печка топится. Так что... А Ольга ужин готовить торопится. Так что надо сейчас туда бежать. Сейчас еще раз печку подброшу. Все, я уже туда бегала. Сейчас ходила. У меня шторы здесь все новогодние. Скатерка, в общем, подходящая. Это комплект, девочки. Комплект с любимого Василька. На любимом Васильке, вы знаете, там огромный выбор к Новому году, девочки. И полотенышки, и шторочки, и скатерочки. Чего только нет, девочки. Так что очень даже симпатичненько. И по сезону. Мигает, переливается наш олень. Красота. Девчонки, скоро Новый год. Здесь у нас в прошлом году висела гирлянда. Я уже не стала доставать, потому что по времени торопилась. И так говорю, надо шторы. Я вчера еще планировала. Я вчера здесь много чего делала. В общем, тоже в кладовке наводила порядок. Лишнее убирала. В общем, тоже надо будет в кладовке поубирать. Морозилку туда поставим. Ну, в общем, тут занимаемся своими такими домашними делами, конечно. Делюсь с вами, девочки. Может, у кого-то появится желание, девчонки. Такая красота, я прям вообще радуюсь. Такой Олешек стоит, переливается. Класс. Новогодние шторки. Новогодняя скатерочка. Красота, девочки. А в печурке огонь, девочки. Тепло, красота. А на столе вкусный ужин ждет муженька. Но еще не ждет, еще не приготовила, девочки. Думаю, подбросить еще надо, говорю. Открыла вам так печечку. Полюбоваться огнем. Кто в квартире живет, тот огонь не увидит. Если только камин у вас, девочки, у кого-то искусственный, да? Искусственный камин. Он, конечно же, не греет. Ну, может, и греет. Есть такие камины, которые греют. Так что... Сейчас мы тут подбросим. Печечка будет топиться, а мы пойдем готовить. Так, ну что, кумушки и голубушки, наживали сено? Давайте воду пейте. Позже вам будет вкусненькое. Но пейте давайте. Водички сразу попутно даю и домой туда иду. Домой иду. Ну что, красотки, красотки пушистенькие мои. Пей давай. Красавка вон пьет. Воду. И ты тоже пей. Воздух вам свежий пускаю, да? Пускаю вам свежий воздух. Ай, красоточки. Уши навострила такая деловая. Так, ладно, идти надо. Так, девочки, на ужин у меня котлеты. Что, макароны сварила? По-скоренькому сейчас быстренько, говорю, в аэрогриль заброшу котлеты. В аэрогриле быстро и вкусно, девочки. Не надо ни в сухарные крошки обваливать, ни в муке, ни стоять вот это в сковородке жарить. Да, кто-то написал, девчонки, по-быстрому. В сковородке там больше получается, да? Ну, мне понравилось в аэрогриле. Сейчас Марину тоже спросила. Она мне говорит, давай, мама, так, по-быстрому. Вкусные котлеточки. 20 минут и порция котлет готова. Как раз уже муж придет. Даня у нас позже приходит. Я надеюсь, что придет время, у нас еще без 10:06. Так что у меня по времени все как положено. Да, Матвейка? Как положено. Так, вот такие, девочки, котлетки. Ну что, у меня тут 5 штучек вошло. Очень даже неплохо. Очень даже и неплохо. Так, как-то бы закрыть. О. Сейчас я поставлю. Поставим мы на курицу. В общем. Так. Что нам надо время? 25 минут. Ну, мы 20 сделаем. 20 минут. Вот и все. Через 20 минут котлеты готовы будут.
Ну вот, прошло 20 минут. Румяные котлеты готовы. Румяные так. Котлеты! Котлеты румяные, да, у мамы одна рука. Пока котлеты готовились, мама мыла посуду. В общем, сейчас надо как-то подвытащить их. Подвытащить котлетки. Что вкусненькие. Да, скажи, вкусненькие, горяченькие котлетки. Сейчас это отсюда. Чего? Мама, это отсюда. Это все отсюда. Все котлетки отцу. Сейчас мама еще сделает. Сейчас вытащим. Я гоню на прогулочку. Я гоню на прогулочку. Ой, блин. Так, вот. На прогулочку ребенок хочет. А на улице прогуливаться сына. Там очень холодно. Дуба. Ничего страшного. Так, сейчас еще надо посадить котлетки. Ну вот котлетки, пожалуйста, на ужин покушать. Сейчас еще сделаю партию и будет замечательно. Муж с работы пришел. Жена котлет напекла. Макарошки по-скоренькому. В общем, вот так вот все простенько. И у нас ужин. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, дорогой? Что тебе, сахар? Приятного аппетита. Не надо мне сахара. Не надо. Я меду положу себе. Холодая, девочки, на улице. Холодрыга. Я пить хочу. Пить хочешь? Я же тебе дал бутылку. Куда ты ее поставил? Да. Я тебе дал бутылку. Иди ты ее там оставишь. Вы сытые? Беги, пожалуйста, поиграй. Давай. Сейчас мама... Мама сейчас... Я пить хочу. Мама сейчас поужинает. И с тобой будем играть. Да? Так что дай сашемет, пожалуйста. Мы сейчас с тобой. С ним книжки уже почитали. Почитали, Марина, сегодня азбуку, в общем, занимались мы. Так что он развлекался парень. На улице холодина, никуда не выйдешь с детьми. Так что. Так, как тебе котлеты? Вкусные вообще. Я по запаху пришел. По запаху пришел. Ну, конечно, домой заходишь, такой аромат. А на улице холодает и холодает. Кстати, я смотрю, сегодня вышел, стоит это. Сыночка, беги в комнату, пожалуйста. Она здесь стоит. Забирай бутылку, беги в комнату, да. Это. Она здесь стоит. Марина, завлеки его, пожалуйста. А то он отвлекает. А мне кушать. Я уже забыла, что хотела сказать. Что я тебя хотела спросить? Ты не на машине уехал сегодня? Почему? На машине. А машина стояла наша. Смотрю, машина стоит. Я такси. Прогнали. А что? Ну, потом домой поставил. Я такси вызвала, ездила сегодня. В Горгаз сейчас мужу-то рассказываю. Ура, ура, девочки, на следующей неделе. В понедельник сказали, приедут. А во вторник там, в общем, надо будет еще сходить кое-куда. В общем, заявление написать. И я думаю, к концу недели. Ой, чтобы не бегать, печку не допить. Я сейчас уже сходила, он подбросила. Так что сейчас пока едим. Опять надо идти подбрасывать, надо натопить хорошенько, потому что Даня у нас туда ночевать ходит. Вот ему там парню спокойно, красота. Я сегодня шторы повесил, что? Вкуснятина. Салат? Ну, салат, этот, кто называется тут? А, перчик болгарский, морковка, этот, парамониха. Вкусный салат. Как он называется? Парамониха называется, но это одна подписчица мне отправляла. Огромное ей спасибо. Так что, девочки, будем ужинать. Я на этом с вами прощаюсь. Всем вам огромное спасибо и до скорых встреч, друзья. Подписывайтесь на Дзен, девчонки, подписывайтесь на Телеграм. Ссылочки внизу остаются. Так что до скорых встреч. Да? До скорых встреч. А то кто-то там написал, ну что даже в кадр не хочет попадать. Говорит, по приезду опеки по-другому к Ольге относиться стал. Мнение Ольги поменял. Любимая, наконец-то тебя заметили. Кто? Опека. Опекать будут, ага. Пока-пока, девчонки.